под названием Арктика. Мы продолжаем ехать в Яхраму. Мы продолжаем мутить. Стекла у нас мутные. У Вики из апатит уже хорошее настроение. Она уже выпила чая. Я туда наплю сейчас. Да. Это хорошее, точно. Да. И время пришло музыкальной паузы. Thank you.
чуть подвину так. Зима пришла к нам мягкая, снег пушистый. После холода в кругу друзей пьем мы чай душистый. Так хорошо, что есть зима. Гири убили в Донецке. Следующая остановка Oh.
Посмотри, бегают люди или нет? На, это ложи. Угу. Все, держи оборону. Осторожно, двери закрываются. Да, спасибо большое. Не промахивайтесь. Всем. Надо, главное, четко проскочить. Дорогие друзья, настал момент истины. За нами идут контролеры. За нами идут контролеры. Пора уходить. Но надо их еще немного снять. Помимо того, что от них надо уйти, их надо снять немножко. Сейчас очень сложная обстановка в стране. Много людей экономят на проезде. Очень много людей экономят на проезде. И мы сегодня вам покажем, как в Подмосковье выживают зайцы. Как в Подмосковье выживают зайцы. Так, Сережа, куда вы пошли вообще? Теперь подержи, пожалуйста, здесь. А здесь менты. Где? Ну, они. Группа. Нет, ментов вообще нет, ментов еще. Они пошли, проходили. Ребята, группируемся. Значит, смотрите, пока. Смотрите внимательно инструкцию. Пока, пока. Пропусти людей. Они с рюкзаками. Так они тоже с рюкзаками. Пока они не дошли, мы ждем здесь. Если они уже будут дальше полвагона, переходим туда. Значит, приблизительно. Через 30-40 секунд остановка. Если успеваем, сейчас вместе проскакиваем. Если нет, все. В любом случае, вот это время, пока до нас не дошли контролеры, наша задача бояться. Мы немножко боимся. Так, уши делаем, боимся. Сейчас. Буквально считанные метры до контролеров. Сейчас очень важный маневр. Успеем ли мы перейти или нет? Все, переходим. Из-за камеры, за нами. Мы, короче, чисто из-за камеры, понял?